Первый в Восточной Европе институт психоанализа был учрежден в 1991 году по инициативе академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Учредителем и ректором института стал профессор Михаил Решетников, который уже 24 года возглавляет это учебное заведение, в настоящее время получившее общемировую известность. В 1994 году решением правительства России институту было предоставлено в аренду аварийное здание бывшего ПТУ, которое за последние годы было полностью восстановлено на собственные средства института. В связи с примитивным пониманием психоанализа и откровенной травлей института постсоветским чиновничеством, в 1995 году академик Лихачев обратился к президенту России с письмом, в котором отметил: «Поскольку репрессии психоанализа были инспирированы высшей властью, его реабилитация должна быть такой же. Я был невольным свидетелем репрессий выдающихся психоаналитиков, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев». В 1996 году после исторической экспертизы был издан указ президента Российской Федерации о возрождении и развитии психоанализа, а институт был указан в качестве головного учреждения по реализации этого указа. В 1997 году институтом была разработана государственная программа по реализации указа президента России, утвержденная Российской академией наук, министерствами здравоохранения, образования и науки. За прошедшие годы институтом подготовлено более 5000 специалистов из числа дипломированных психологов и врачей и около 2000 психологов. 27 из них стали кандидатами наук и 6 защитили докторские диссертации. Институтом опубликованы десятки переводных работ и более 20 оригинальных монографий и статей на русском и иностранных языках. Создан первый в мире учебник по психоанализу для высшей школы, который в настоящее время издается на Западе. Институт – это современное высшее учебное заведение с компьютерными классами, уникальной библиотекой, всемирно известным музеем сновидений, спортзалом, студенческим кафе и является общепризнанным культурным центром Петербурга. В 2010 году указом президента Российской Федерации за создание уникальной научной школы ректору института профессору Решетникову присвоено звание заслуженного деятеля науки.